768 проверок некоммерческих организаций, государственных учреждений и предприятий проведено с начала года в Казахстане. В итоге выявлено 403 нарушения. Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Биржан Канешев напомнил, что весь 14 год и начало 15-го прошли без плановых проверок бизнеса, так как они были запрещены. Однако эти меры особого эффекта не принесли. Отменены с начала года плановые проверки субъектов предпринимательства. Конечно, это была неправильная практика, она была неэффективной. Мы анализировали, что наши проверки, проведенные они эффекта не давали, потому что субъект заранее информировался за один месяц о планируемой проверке. Значит, хочу отметить, это только вот в нашем регионе такое было, в целом в мировой практике в сфере технического регулирования плановых проверок не было. При этом комитет уже упростил процедуры получения ряда государственных услуг. К примеру, сокращен пакет документов и сроки на получение сертификата об утверждении типа средств измерений, а также другие документы.